Школа народного гида и турблогера, а также центр ремесел откроют в эти выходные в Кировске. Это новое направление работы Хибинского центра развития бизнеса. Обучение в них бесплатное. Лекторами выступят профессионалы со всего северо-запада России. Подробности у Марии Савохиной. После фестиваля «Полярный день» турпоток в Кировск увеличился. Возникла необходимость в экскурсиях, туристических маршрутах со знающими гидами. 1 марта в Хибинском центре развития бизнеса стартуют бесплатные образовательные проекты. Это могут быть и подростки, это могут быть студенты, это могут быть люди старшего поколения. У них появятся знания для того, чтобы сформировать свой авторский маршрут и водить гостей города, рассказывать о нашем красивом крае, скажем так, на профессиональном уже уровне. Преподаватели школы народного гида, сотрудник КНЦ Григорий Ильин, экскурсовод Анна Быкова. На открытие приедет руководитель медиапроектов Russian Travel Павел Попов. Здесь будет целый спектр направлений. Это будет развитие и обучение молодых предпринимателей, то есть молодежное предпринимательство. Затем, скажем, получение, возможность получения второй специальности или получить, опять-таки, второе дыхание людям предпенсионного возраста, то есть обрести профессию, ну или свое увлечение воплотить в жизнь тем, кто занимается проведением экскурсий. Еще одно направление – центр ремесел. Участие подтвердили 42 мастера. Их изделия выполнены в оригинальных техниках обработки кожи, кости, камня и дерева. Рисование картин, плетение из джута. В планах у мастера столярного дела Алексея Шитова – мастер-классы для гостей Кировска и местных жителей. Я считаю, что это хорошее начинание. Тем более, что сюда приглашают мастеров. Ну, и это поможет мастерам, может быть, каким-то создать свое дело и как-то реализоваться. Открытие школы предпринимателей состоится 1 марта в 11 часов по адресу Хибиногорская, 29. Записаться на участие в образовательных программах можно по телефону на ваших экранах.